Смотрите, они прекрасно знают ноги откуда растут, кто контролирует весь этот процесс, чьи деньги, то есть больше, у кого меньше. Мне кажется, здесь не против народа России. Это против определенных вот, лиц, которые они олигархи или имеющие политические силы и влияние. Поэтому, да, обязательно всегда могут некоторые люди, то есть могут пострадать с получением визы. Могут отказаться. Но им тоже невыгодно, чтобы отказаться этим туристам. Да, я думаю, это и так и продолжится. Но все равно 20% будет проблема с этими людьми тоже, сложности туристам нашим, скажем,